В воскресенье 6 вечера Иркутского Дацана собираются прихожане. Внутри ламы начинают службу. Это Дугжууба, один из главных буддийских ритуалов в году. Смысл обряда – очиститься от всего накопленного за год, изгнать силы зла. На службе делают 64 подношения Ямараджи, его многочисленной свите. Вот в руках у лам так называемые балины – трехугольные фигуры из жира, масла и муки. Это подношение божествам. В качестве даров и то, что взяли с собой прихожане – белая пища, сливки, сметана, водка, крупа, молоко. Пока звучат мантры, движение в дацане не останавливается ни на минуту. Буддисты обходят его вокруг, говорят с богами. А в завершении умываются своеобразной святой водой, чтобы снять с себя все лишнее. И вот звуки барабанов смолкают. Все выходят на улицу. Процессия двигается к костру. Символ победы над злом сложен прямо во дворе новостройки. Подносят священный огонь, и в минуту костер вспыхивает. Каждый верующий, глядя на пламя, представляет себе, что в нем горят его проблемы, обиды, ссоры, болезни и страхи. Смысл, чтобы очищаться, чтобы год был хороший. Тут чисто было все, не болеть, болезни не было, все было хорошо. Большой костер посвящен тому самому Ямараджи, владыке смерти. Туда отправляются все подношения, освященные ламами. А рядом горит еще один костер. Это для того, чтобы жечь там предметы, которые символизируют негативную карму. В первую очередь саоры, фигурки из теста, которые этой ночью сделали верующие. Тесто скатывает по телу, соответственно, убирает весь негатив с тела. Для того, чтобы очистить свою жизнь, да, чтобы наполнить стакан, нужно его сначала опустошить. Поэтому мы сначала снимаем весь негатив и уже потом в Новый год по китайскому календарю привлекаем изобилие, счастье. Хоть буддизм в Сибири раньше и считался традиционной религией бурят, сегодня здесь много русских. Они уверены, важно чтить традиции земли, на которой живешь. Ведь каждый из нас скорее азиат, чем европеец. Друзья, непальцы и все прочие также празднуют его по всему миру. Вот, поэтому я думаю, здесь каждым годом, опять же, в нашем регионе буддизм очень интенсивно развивается и через йога-центры, и через центры медитации, поэтому это же хорошо, пусть будет больше народа. Это очень хорошо, у нас даже одобряется это все, потому что мы же живем на одной земле. Если мы соблюдаем обычаи другого народа, значит, мы уважаем свой обычай. Обряд очищения Дугжууба всегда проводится в 29-е лунные сутки, накануне новолуния. Это преддверие Сагалгана, буддийского Нового года. Ему предшествует большая подготовка. Перед тем, как очистить душу, необходимо навести порядок в доме. Сегодня у нас вот это Дугжууба, очищение от всего негативного. А до этого мы готовимся к этому, да. Дугжуубу. А завтра будет Бутур, когда мы будем ничего нельзя, наоборот, делать. Мы будем готовить хорошую пищу, вкусную пищу, белые блюда, бузы традиционные. И ну вот, и 5-го, когда будет Хама Сахюсун придет, мы будем встречать. Это будем встречать в 5 утра. В Иркутском Дацане продолжается молебен. Таких хуралов в ближайшие 2 дня пройдет еще несколько. Главный сегодня ночью. Буддисты будут встречать богиню Балдану Хамо. С ее приходом на землю начинается белый месяц. Рано утром 5 февраля она пролетит над домами и отметит тех, кто встречает праздник. Хранительницу тайн жизни и смерти нужно достойно встретить. Имея изображение или же танка, бурханов, подношения, все делается может, то перед ним ставится угощение, яство, белая пища, мясная пища, фрукты. То, что любит, в принципе. Вегетарианцы, пожалуйста, вегетарианцы свои ставят, хамавы, тедла. И вот это подношение, она, видя Балдан Хамо, угощается. Энергетика этой пищи, не то, что там положить целые 3 этажа продуктов, ага, и сидишь, да, сейчас на половину съест. Нет такого. Она просто, вот энергетика вашего подношения радуется. Ламы говорят, в канун Сагалгана совершенно не важно, кто человек, буддист, мирянин, мусульманин или христианин. Главное, чтобы мысли были благими. Тогда наступающий Новый год пройдет в счастье, изобилии и достатке. Галина Тюрнева, Артур Ращупкин. Новости сейчас.